подтверждают нашу регистрацию. Анастасия Касаткина перебирает кипу отказов. Этот из Министерства социальной политики региона. Эти два решения двух судов не в ее пользу. Выдавать ей региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей власти Калининградской области никак не хотят. Нам эти 100 тысяч очень нужны, поскольку трое детей – это большие затраты. В Калининградскую область семья Касаткиных переехала из Краснодарского края. Муж Анастасии военный. Почти год назад закончил академию, и местом службы ему назначили Калининград. Анастасия тогда была на снастях, ждала третьего ребенка. Ехать в незнакомый город на служебную жилплощадь испугалась. Поэтому на время осталась вместе с двумя старшими детьми у мамы в Новороссийске. А к мужу прилетела через 10 дней после родов, в ноябре 2015-го. На большом сроке беременности я не решила слететь на самолете, так как опасалась за жизнь своего ребенка. О 100 тысячах никаких я не думала, ни о пособии, ничего. Мне это в тот момент не интересовало. Получив калининградскую прописку для себя, мужа и троих детей, Анастасия наконец обратилась за положенными ей сертификатами на получение федерального и регионального материнских капиталов. Федеральный получила, а в областном департаменте соцзащиты ей отказали. Необходимо, чтобы человек на дату рождения ребенка, на дату обращения за сертификатом и на дату получения средств на сертификат был жителем Калининградской области. Если мы тратим областные деньги, то, естественно, мы должны их тратить на проблемы именно жителей Калининградской области. Нам нужно, чтобы демографические проблемы решались здесь. Отказали Анастасии и два суда, районный и областной. Не может она получить капитал и в Новороссийске, поскольку теперь прописана в Калининградской области. Многодетная мать рассчитывает все-таки добиться выплаты. Деньги семье нужны. Зарплата у мужа военного небольшая, а региональный капитал, в отличие от федерального, можно тратить на любые нужды. В департаменте соцзащиты ей посоветовали просто родить четвертого ребенка, но обязательно в Калининграде. Тогда у них не будет причин, чтобы отказать ей в получении сертификата.